Stucky sound. Ютубу ХВК, с вами Apple 32, и да, мы сегодня будем с вами продолжать играть в Team Fortress 2. Следующая серия будет, то есть 20-я. Кстати, давайте попробуем с нее сыграть, серьезно. Серьезно? Мы не можем так просто... Ну ладно. Да не, это какая-то хрень, ребят. Не, это какая-то хрень, моя лучше. Не, моя лучше, ребят. Не, серьезно, моя лучше. Вот это какая-то хрень, на самом деле. Не, на полном серьезе, какая-то хрень. Как она называется, я забыл уже, я давно не играл в Team Fortress 2. Ну, точнее, как это? У меня старый аккаунт был, я помню. У меня там, помню, эта фигня была. Это снайперка. Так вот, следующая серия у меня будет полностью посвящена Хейвику. Дело в том, что когда я заснял 18 серию, мне выпал Томислав. Да, вот такой счастливчик. И дело в том, что у меня никогда не было за все мое время, когда я играл в Team Fortress, у меня никогда не было Томислава на Хейвике. Так что вот такой везунчик, ребят. Ну, лично для себя я так считаю. Пошел в очко. Иди нафиг. Так что вот такие пироги. Следующая серия у нас будет посвящена Хейвику в каком-то веке. Здравствуй. Не, я туда не пойду, ребят. Не. Мне хватило. Ну, блин, да как? Нет. Не, я не мог, ребят, справиться. Ну, ладно, ребят, была не была. Фух, так, нет, вот эту хрень я не буду брать ни в коем случае. Здравствуйте, спасибо за одно убийство. Спасибо огромное вам вообще, ты красавчик, чувак. Там никого нет, никого нет. Я бы, конечно, хотел тут постоять, но нет, я не балконник, чтобы тут стоять на самом деле, поэтому нет. Как бы я не хотел, но я все равно тут спущусь. Ну-ка. Короче, вот так просто сделать и все. Вы видали, что было сейчас? Не, ребят, вот это прям топ был, серьезно. У меня тут все снимается, все. Просто у меня тут были прошлые попытки, тут такая херня там была, а тут прям вообще прям топ. Не, увидали? Я его раз-раз, потом стрельнул, и еще раз стрельнул, и он умер. Без прицела, то есть я даже не прицелился. Это охуенно. Так, вот это меня сейчас испугало, на самом деле. Вот вы напугали сейчас деда. Ладно, не буду спрашивать, что за херня произошла. Просто стоит принять тот факт, что какая-то хрень произошла. У него амбассадор. Но это его не спасет. То, что у него амбассадор, это его не спасет. Так. Почему до убийства? Я же его только что убил. Ой. Ты откуда тут взялся? В смысле, вы видели, что я же его только что убил? Во-первых, почему мне не засчиталось убийство? Во-вторых, как он тут появился? Или у него был звон смерти? Да не, вроде у него не был звон смерти, хотя я не смотрел на его руку. Ладно, ребят, это было очень странно, на самом деле. Ну ладно, хрен с ним. Как он это понял? У него, кстати говоря, самосуд. Я помню, у меня тоже был самосуд. Но я его продал. Я его продал на площадке Steam, я помню. Бинг. Ладно, хорошо. Допустим. Ну хотя бы два убийства у меня есть. Это уже хорошо для серии. Вот, третье подошло. Отлично. Прям вообще хорошо, я прям рад собой. А мы что там делаем, а? Извращуга. Слышь? Иди сюда.
Кстати говоря, у него латунный монстр, кстати говоря, у меня тоже есть. Так, я только что видел... Ну, вы поняли, что я видел сейчас. Здравствуй, здравствуй. Да, блин. Твою мать. Ну, ладно. Ладно, ничего, ничего. 4 убийства есть, это уже хорошо, ребят. 4 убийства, это нормально. Да хватит меня пугать, вы чё, вы там озверели, что ли, все, я не понимаю. Вы, походу, там все озверели. Ладно, ребят, хорошо. Тут есть... Не, лук. Не, лук я не буду подбирать, я не знаю, я не особо люблю играть луком. Луком, репчатым, блин. Только сюда идем. Сейчас смотри тему. Он сюда залетит, нет? Не, он сюда не залетит, ясно, короче, с ним все. Да блин, ну я только его заметил, он сразу меня пальнул. Он ожидал, что кто-то тут появится. Алло. Это, мне кажется, нет, это сова из Гарри Поттера, забыл, как ее зовут. Я не фанат Гарри Поттера, поэтому я не помню, как ее зовут. Не, серьезно, я не фанат Гарри Поттера, я не помню, как ее зовут. Ну, я помню, короче, что там была сова, это вроде она. Так. 6 минут, нормально уже, скоро буду заканчивать видео. Опа, отомстил. Блин, тут за... Чё, да блин. Блин, твоя мать. Ладно, ничего. SCP-049. Вау, классное название. Чумной доктор. Тогда почему у тебя не чумная маска? Тебе было бы хорошо играть за медика. Почему ты играешь за снайпера, я не понимаю. Ну ладно, хрен с ним. Опа. Да блин, да как так-то, алё? Опа. Получил. 7 убийств. Не, это было зря, ребят. Ну ладно, ничего. Может, кого-нибудь... Не, никого я не убил. Я никого не убил. Ладно, ребятки, с вами был я, Apple32. Ждите следующую серию, где я буду играть за Хэвика и проверять Томислав. И всем пока.